субботу в Мытищах состоится главный мусульманский праздник – Курбан-Байрам. Ежегодно его отмечают на 10-й день исламского месяца Зуль-Хиджа, через 70 дней после Ураза-Байрама. Праздничная молитва по традиции пройдет на стадионе «Строитель». Для жертвоприношения также отведено специальное место. Жертвоприношение у нас есть согласованное с администрацией городского округа Мытищи. В городском округе Мытищи это только одна площадка, которая находится в деревне Бородино, животноводческое хозяйство Койбар. Остальные площадки, к сожалению, не санкционированы. Курбан-Байрам – это не только праздник жертвоприношения, да, это праздник преданности Богу. В первую очередь, это как раз-таки праздник радости. В этот день мусульмане собираются, ходят в гости, собираются в джамаате. Далее раздают милостыню, отдают мясо жертвенных животных, раздают в первую очередь родственникам, близким, также соседям. Всех участников мероприятия просят добираться на праздник без личного автотранспорта. Лица, пришедшие с ручной кладью, на стадион не допускаются. Праздник продлится 3 дня, до 11 июля включительно.